Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я решил заехать спустя год в этот автосалон поддержанных, прокачанных БУ автомобилей в Японии. Что же здесь поменялось? Ну вот я вижу такой вот Fairlady Z новой версии. На таких неплохих дисках 370. Ну а в этом салоне в основном значит выставили на продажу автомобили Toyota 86. Значит, Toyota 86 это, ну или же Subaru, в принципе, 86, они очень похожи. То есть что в ней есть? В ней там, грубо говоря, улучшенный вот впрыск, там турбина стоит, всякие там эти навороты типа ETC, там это карточки, это как проезда по платным магистралям, там 40 тысяч километров пробега, вот стоимость 2 100 000 йен, в принципе немного. Новая примерно так же стоит, но в новой ничего нет. А это 40 тысяч пробега и вот такие вот, ну как бы, опции. Здесь вот ничего не написано, что в ней есть. Вот, кстати, ну, значок вот тоже тойотовский, Scion. Тут другой немного. И вот там тоже стоит черная, тоже на дисках. Что же здесь еще есть? А, ну вот это уже более прокачанная. То есть уже приборчики стоят, там диски такие покруче. Стоит 1 980 000. Угу. 17 тысяч пробега, ну немного. Я мада миру да кедаса, но мимашта, но икурма да трас. Свою икурма мимашта как раз. Что-то митайдаса, но. Байку да кедаса, има. Сосу, мада байку. Омоцирую курма, ипай ару, де. Сосус, не. Идете кудасай. Хай, ариду займас. Хай, нанка кинару на аттара, кой какет. А, хай, окуримашта. Хай, ариду займас. Что тут есть еще интересно? Ну, вот вежливые продавцы сказали, если будут какие-то вопросы, обязательно подходите, скажите нам, мы подойдем. Субарик, ну, тоже неплохой такой, ну, семейный, правда, так, универсал. Ну, здесь что спрятали. Сильвия. У дрифтеров очень популярная модель, кстати, в Японии. 60 тысяч пробега. 1 780 000 стоит. Ну, она похожа на стоковую. Спек R. То есть, а, нет, все-таки какое-то здесь есть. Ну да, ну стоковая, но модификация Спек R идет. То есть. О, там 370Z разворачивает. Так, что же здесь еще есть? Ну, Honda Fit, я думаю, особо никого не заинтересует. Ну, если только женщин, там, в принципе, тоже неплохая машинка. Так, по городу ездить. Вот это вот тоже очень популярная Honda Integra Type R. Тоже можно ее хорошо прокачать при желании. 880 000 стоит. 80 тысяч пробега 2011 года. Ну, неплохо тоже, в принципе. Такая вот моделька. Вот со спортивными сиденьями. Тоже Honda Type R. Это мини-машинка такая. Для езды по городским пробкам, скажем так. Ну, тоже неплохо так все по-спортивному выглядит.
Так, что же здесь еще? Ну вот кто-то там проехал. Лексусы здесь раньше были, нету больше лексусов. Теперь тут стоит RX-7. В принципе, тоже хороший аппарат, но она, похоже, стоковая. Да, сиденья вот обычные какие-то, да. Блин, а цена что-то у нее как не устоковый. 2 миллиона 480 тысяч йен. Вот не видно, что под капотом. Вот Subaru STI стоит, тоже неплохая модель. 1 980 тысяч стоит. Да. Ну, тут разные Toyota, тут разные Honda. Малолитражки такие, разных цветов. Цена также 380 тысяч, как и в прошлый раз, когда я смотрел здесь. Так, а вот это RX-8 стоит, беленькая. Ну, тоже, видимо, что-то там мне улучшенное. Пробег 38 тысяч километров. А цена 2,5 миллиона йен. Угу. Ну, с виду как новенькая внутри. Не сказать, что она уж прям такая сильно заезженная. Хотя, в принципе, 40 тысяч км это вообще не... Не сказать, что это прям очень много. Ух ты, нифига у нее там. Какой этот самый багажник, мини-багажник, елки-палки. Целый. Да, и там, видимо, должен быть радиатор еще один. Его, видимо, сняли. Обычно ставят туда для дополнительного охлаждения. А, ну у нее еще по бокам вот два радиатора стоит. Так. Что тут еще есть интересного? Селика. Очень редкая модель, кстати, даже в Японии. Mitsubishi OMR. GTO. Хорошая модификация тоже. Достаточно спортивная модель. Низкопрофильной резине, тут, наверное, 17 или 18 даже диски. Нет, что-то не видать, там написано. Хороший аппарат, цены только нет. Skyline T1 Skyline GT 370. Далее тут идет вот GTR уже. Тоже, видимо, прокачанные вот диски тоже не родные стоят. Что тут есть внутри? Ну, внутри, в принципе, салон стоковый, стандартный. Цены тоже не видать. Стандартная, в принципе, машина. Так, это у нас Fire Lady Z. 1 080 000 стоит. Тоже похоже на стандартную. Они, блин, так поставили прям. В притирочку здесь все стоит. Вот еще одна стоит Fire Lady Z. Тоже 1 080 000 стоит. 1 080 000. 80 тысяч пробега у нее. Ну, там у нее еще внутри стоит DVD туда-сюда. Глушитель стоит спортивный. Там катализатор.
есть выпуск, впуск-выпуск стоит тоже у нее там тюнингованный. Ну, неплохо, неплохо, в принципе. Вот Fairlady Z, это уже в два раза дороже стоит. 2 миллиона 500 почти тысяч йен, 20 тысяч пробега. Уже неплохо так вы сохранилось, скажем так. Ну, хорошая машина. Вот это Honda. Honda Type R. Ну, то есть Type R. 30 тысяч пробега. Ой, 39 тысяч пробега. 2 миллиона 400 тысяч стоит. Вот такая вот неплохая Honda. В принципе. Состояние офигенное, конечно. На дисках. Civic, да. Вот тут тоже стоит Honda. Уже малолитражка такая. Мини-Honda. 29 тысяч пробега, 2 миллиона 330 тысяч йен. Ну, тоже неплохо. Такая вот беленькая, с белыми дисками. Конечно, заглянуть под капот я не могу, так как это нужно звать менеджера. И с ним долго разъясняться. То есть это, скорее всего, только при покупке, возможно, такая услуга. То есть когда вы уже, например, выбрали какую-то машину, хотите посмотреть, что там под капотом, вам могут открыть и показать. А вот уже стандартная. То есть, ну, как стандарт, тоже Type R, но более старая модификация, 840 тысяч стоит. Пробег 118 тысяч километров. О, да и дофига. Mazda RX-7. Вот, стоит тоже. Из этих Mazda вон там стоит. Дофига. Тоже Honda вон там стоит. Это тоже достаточно редкая купешка. Тоже спортивные сиденья. Тут 70 тысяч пробега. О, ну она нафарширована, конечно, там вообще жесть. Скорее всего, тут даже не весь список того, что там есть.